начал разминаться, потому что мы всегда, прежде чем будем что-то жать или тянуть, что-то вообще, если будет происходить, мы будем сначала разминать тщательно ротаторы. Это самый важный аспект подготовки тренировочного процесса. Правильно говорю? Вон там. Я не слышу вас. Поехали, поехали качаться быстрее. Ладно, давайте сделаем заключительный подход, рабочий. Вес возьмем средне-тяжелый, но чтобы он нас застал. Та-дан-та-дан. Обожаю качаться. И... Так, вес закидывайте правильно, сил много не тратьте. Оставьте сил на основное упражнение. Готов? Так, разножку поставили, чтобы не уехать. И погнали. Спокойно, спокойно, спокойно. Раз. Отлично. Два. Отталкиваемся всегда назад. По три. И двумя 8. Поехали. Накопил и... Уш! Хорошо. Уш! Еще. Еще. Оператор, уходи, бросать буду сейчас. И... Согласен, и оператору тоже. Все, упражнение есть, пошли дальше. Фу. Итак, сделаю с вами основное упражнение за сегодня. Я сегодня выбрал жим гантелей. Вы можете выбрать жим в тренажере, соответственно, чтобы каждый рычаг двигался отдельно. Это если вы начинаете или вам комфортно в управлении. Но помните, что чем сложнее управление, чем больше включается аспектов для выполнения этого движения, тем больше мозг нам дает адаптации. И чем это сложнее, тем для нас, конечно, лучше. Потому что эти возможности дают нам дальше возможность прогрессировать всесторонне.
Итого, пока дышу тяжело, не дышался. Но двигаемся дальше, чтобы не остывать. Значит, в базу сделали, сделали три подходика, соответственно, повторы уменьшали по мере утомления. Вот, за основу взяли его. Следующее упражнение выберем перерастяжение, то есть максимальное амплитудное движение. И здесь я выберу кроссовер, потому что здесь он также сложен в управлении, так как движение здесь независимое, и, соответственно, стресс на нервную систему будет выше, чем, допустим, делать тот же пэкдек и так далее. Поэтому давайте с ним продолжим. Так, принцип тот же, ставлю вес умеренный, в силу того, что буду максимально стараться делать технически правильно и амплитудно. Значит, что делаем? Выбираем центральное положение, ножку одну вперед, сделали разрисовку тела так, чтобы было комфортно стоять. Дальше локти вывели параллельно полу и потолку. Еще раз. Не по диагонали, не по вектору движения троса, а перерастягиваем. То есть локти мы максимально в растяжении поднимаем в потолок. Дальше грудь по диагонали, примерно относительно таза 45 градусов. Голова смотрит так же, как и, соответственно, положение позвоночника. Все, грудь вперед, на выдохе. Одной рукой, поехали. Точнее, не одной рукой. Сначала собрали вместе, держим управление, и потом одной рукой собираем отдельно. Фу. И фу. Два. Три. Одна мышца в статике, ее уже сводит. Очень сложно. И фу. Старайтесь, заметьте, технику максимально соблюдать. Иначе нет смысла делать упражнения. Иначе мы не атлет, а грузчики. Есть. Дальше. Четыре. Фу. Держим. Фу. Уже хорошо. Отдыхали мало. Мышцы не восстановились. То, что нам и нужно. Максимальный стресс. Фу. Если начали недавно, фу, старайтесь отдыхать побольше. Главное выполнить упражнение. И фу. 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 О, хорошо как. И фу. Я чувствую, от плеча грудная мышца растягивается выраженно. И фу. Фу. По одному. И раз. Еще. Оп. И чуть подержали. Фу, потерпели жжение. И поехали. Фу, двумя руками. Фу, 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 фу. Один. Хоп. О, хорошо. Фу. Итого. Подход. Еще подход. Один рабочий, повтор уменьшаем. Двигаемся дальше. Тут тоже 3 сета хватит. Зависит от вашей силы и возможностей. Вес ставьте умеренно тяжелый. Если начинающий или для вашей основной задачи уравновесить векторы, то тогда уделяйте время технике и минимизируйте вес. Все, я пока сделаю еще один подход и рабочий с ними вместе. Добавляем. Все, подходик сделаем, еще третий по этому поводу. Закончим управление сложное и пойдем в тренажер в изоляцию, где вектор заложен. Там попроще, но там уже, так как мышца утомлена, мы ее доработаем и нервную систему перегрузим. А пока тут. Хоп, поехали. Механика та же. Погнали. С относительно слабо начинаем. Опа. Есть. Чуть отдохнул, попроще делать, конечно. Сам себя пожалел. Делать этого нельзя. Больше не буду. О, хорошо. А нет, не пожалел. Фу, чуть потянули, перетерпели. Чем больше будет стресса болевого относительно, тем больше рецепторов у вас потом включится в работу. Старайтесь, это ваша возможность. И в этом упражнении все. Меняем локацию, а я пока чуть попью и отдохну. Кстати, тренировка анаэробная, бескислородная, поэтому здесь буду пить всегда, когда хочется. Не бойтесь выпить много. Опять же, ну по состоянию. Но вода очень важный элемент. Опять же, вода. Чем больше воды в стакане вашей воды, без примеси, тем лучше. Пойдем пить. Все, отдыхаем.
Давайте выберем на сегодня здесь заключительное упражнение, чтобы понятна была суть. Значит, выбрали одно базовое, одно со сложной механикой управления, и выберем одно изоляционное, тренажер «Бабочка». Значит, почему суть такого выбора? Потому что многоамплитудное движение, перерастяжение, плюс сейчас заложен вектор движения. Если вы не так давно тренируетесь, то я думаю, что стоит с него и начать. Вот. Ну что, давайте. Механика такая же, как и во всех жимах. Всегда прогибаемся вперед, лопатки собираем, грудь впереди. Значит, поехали. Одна рука работает, относительно слабая. Это у нас, допустим, левая рука. И поехали. И раз, два. Всегда отталкиваем себя назад. Три. Фу, четыре. Фу, пять. Йоп. Хорошо. Управляйте всегда. Концентрируйтесь в статике. Мышцы будут прорисовываться лучше. Помните, что каждое движение, оно основное. Поэтому закладываем не на сумму, а в каждый вектор. Это очень важно. Когда привыкнете, дальше будете двигаться с увеличением веса. Привычка делать технически правильно останется. Это основа сложного управления. Хорошо. Всегда прогибаемся навстречу. Управление в каждом движении. Устал, но не сдался. И еще подходик один. Фу, двумя руками навстречу. Каждый раз себя поднимаем. Грудь навстречу. От тренажера себя отталкиваем. Мы это уже рассматривали. Тем не менее, всегда вспомним о том, что техника прежде всего. Хорошо. Фу. Еще пару подходов и закончили. Фу. Ладно. Все, поехали дальше. Я сейчас еще отдохну минутку. Итого, сделаем третий подход. Рабочий в данном аспекте. И сегодня в данной тренировке развесовку на грудные мы закончим. И двинемся дальше уже по мелкой мускулатуре. Так, вес накидываем. Вот так вот. Фу. Мало отдохнул. Чтобы было честно, устал сильно. Буду работать почти в отказ. Фу. Оп, всегда в прогиб. Опора на полу, опора в лопатках. Собираем и поехали. Все, шабаш. Закончили. Ну что же, закончили тренировку на грудные мышцы. Опять же, показали схематично, вы можете выбор делать иначе. Здесь основная задача уравновесить две оси. Да? Непосредственно вы примерно поняли, как это делается. Мы позже поговорим, как считать увеличение нагрузки. Но в данном аспекте, в этой механике движения, я думаю, что вам понятно. Давайте двигаемся дальше. Отлично. Кто зевал из них? Шиньяк? Шиньяк, ты зевал в кадре. Покажите, покажи в камеру, что не показывал сейчас. Покажи. Он, подожди. Вообще-то показывал Андрюха. Так, из-за вас придется переснимать. С чего мы переснимаем еще? Кадр номер два. Это тебе. Сразу же. Покорись. Все, поехали. Фу, хорошо. Фу. Еще пару подходов. И закончили. Все, ты сдержался? Команда расслабленных туристов, поснимай, пожалуйста.
Сейчас вы тоже будете страдать по очереди. Понятно? Вот. Ну-ка. Надо бицуху показать. Смотрите. Как это? Нет. Это рисуху. Видал что? И такой же я. Идрыщ. Теперь ты покажи, что показывал мне. Сейчас. Хорошо, отдышусь. Извините, отдышусь. Главный критик недоволен сегодня мне, я не отдышался. Подисконтируйте. Есть дисконт у вас какой-нибудь сегодня? Почему мы собрались сегодня? Почему вы, собственно, в чем суть? Как вы думаете, два человека, которые вообще здесь не участвуют? Понятно. В чем суть темы, которую мы обсуждаем с вами? В чем суть того, что мы с вами собрались сделать вот в этом блоке тренировочном? Пока они меня не видят, я вот что вам скажу. Эти людишки мне мешают сниматься. Ну ничего, сейчас мы разовьемся, и потом я их выгоню. Выгоню всех. Просто не пущу в зал, а качаться буду сам. Ладно, еще подходик. Все, пошли. Дрыщи, блин. Позорит только меня ходят все время. Жалко просто их бросать. Вырастил на свою голову. Красавцы, пацаны.